Всем привет, вы попали на канал Hard Reset Info, и в этом видео я расскажу вам, как сделать сброс настроек наушников AirFun Air Pro. Итак, для того, чтобы сделать сброс настроек, мы должны открыть кейс и зажать вот эту вот кнопочку рядом с индикатором на 8 секунд. 5, 6, 7, 8. Когда они вот так вот поморгали, и они снова загорелись зеленым, это значит, что мы сделали сброс настроек. На этом все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и пишите свои комментарии. Всем всего хорошего.